Всем здрасте! Вы на канале Дедуген, меня зовут Михаил, и сегодня продолжаем мучать Биошок. Завалили папочку в прошлой серии и спасли очередной раз эту мелкую сестричку. Это что за фотки тут? Пропавшая, что ли? Надеюсь, не я приложил к этому руку, хотя... кто-то хирургом тут был, кто-то артистом, а я, короче, убийца. Ну, так уж получилось. Единственное, что я здесь делаю, это потрошу автоматы и у всех убиваю. Вот так вот. Устаканился я, короче, в городе Восторге. Прикончил его создателя. Собственно, не по своей собственной воле, а даже не знаю чьей, но прикончил. Вроде он как бы сам попросил убей, поэтому ее и убил. Странно звучит, но... Точнее, не странно, а как бред. Так. Деньги. Ложь. Деньги, деньги. Дреби, деньги. Сдохни, да ты сдохни. Всё. Давай. О, да, хорошо. Хорошо? Кайфуй тогда. Блин, они еще лечатся? Так, чем они лечатся? У меня... Красивый. Разве не заметно? Да-да, красивый. Сейчас. Сейчас будешь еще красивее. А где второй-то? Второй где? Он что, сам себя замочил, что ли? Слушай, хватит уже. Надоела эта хрень. Так, нитро. Они вроде у меня не исследованы. Да, не исследованы. Третий уровень еще у них не набран. Так. Кто такой? Охренел, что ли? Мужик, ты че? Так, а если мы электрокартечу ему бабахнем? Он загрузится, интересно? Упс. Упс. Ваншот. Так, взрывающуюся на потом оставим. Ага, вон вижу плазмиды. Так, сад собирать. Еще называется. Так, контейнер. Контейнер берем. Зарядимся в саду собирателей, что ли? Нет, слишком опасно перестраивать твои плазмиды в том состоянии, в какое привел тебя Фонтейн. Придется справляться с тем, что есть. Головореза у ворот, чтобы он меня пропустил. Это кошмар. Да нафиг. Давай взломаем вот эту хрень. Тут дурацкий сам этот. Так, автовзломщик. Раз, два, три. Все. Был один. Так, бронебойный давай сделаем. Или правительство США. Тайна наша лучшая защита. Смертная казнь не слишком высокая плата за защиту наших свобод. Вот теперь ты права, Мэри. 160. Так, бронебойный не хватит. Чё тут ещё-то есть у нас взрывающаяся? Давай взрывать. Блин. Ладно, пусть валяется, потом подберем револьверное противопехотное. Давай сделаем. Так, и радость хакера, алка ищейка, болты ловушки, снаряды наводящиеся на тебя. Вот. Подожди, все. Отвали. Так, вот у этого автомата, значит, не забыть главное. Что тут по взлому? Попробую. А вот это уже более-менее. Так. Где отвод-то? Блин, да ты что, угораешь, что ли? Вот он. Нет, не... А где ни одного? Я ослеп нафиг.
Ну, сейчас здесь геморрой, блядь. Так, давай, раз. Вот так, все, обошли, прекрасно. Хрень какая. Где опять не вижу, да что ты такое будешь делать? Так. Все, ну. Да. Так, напалм электрокартечь не надо. А, значит, осколочных. Вот это же взять. Все, ладно, добро. Шоколадку закусим. А, аптечек-то нет, что ли? Да вы че, блин? А, здесь не сделали. Так, ладно, идите сюда. Что такое? Не понял, а что такое-то? Есть? А почему не работает? Мой папа умнее Эйнштейна. Сильнее, чем... Блин, наверное, вот из-за этой хрени не работает у меня это все. Хрен с ним, побежали. Так, сюда или куда? Там. Давай сначала тогда по заданию сходим, а потом вернемся и... О! Сейчас я тебе принесу новый Адам. Детка! Папочка все сделает. Помогите! Помогите! Ему больно! Больно! Нормально, он так не раздает. Его, мистер, да блин, переключись-то хоть на чего-нибудь-то. Да твою мать! Что за фара? Сдохни! Мистер Баба, говно прошу это. Вас, давайте! И говно это сразу появилось. Так. Все, давай, иди сюда. Нет. Так, подарочек. Что я могу сделать для этих малышек? Я слишком грешна, но ты... Возможно, ты смог бы подарить им будущее, о котором я не могу и мечтать. Одна из моих малышек принесет тебе подарок. Пожалуйста, береги себя. Это не... Спасибо, а, вон вам, принесла мистер. Рабочие. Спасибо, это. Что нас спасли. Да без проблем, ты че этот? 500. 500, блин. Утилизирование. Полезное занятие. В восторге. Где так дорогие ресурсы? Станьте опытным утилизатором. Будут завидовать. Вокруг будет бесполезный мусор. Вы превратите в ценный товар. Так, это как? Это... Хакер-эксперт. Так, цены может... Давай вот эту... А это что? Спирт без... Да, короче, вот это заменим. Жидкий азот. Дрыхни, иди, давай. Так, где тут граната? Вот так. Все по максимуму. Аптечек, кстати, нету. Ну ничего, надеюсь, мне повезет. Я не сдохну. Будем экономить. Вот, револьверная. Бронебойная надо брать. Они там валяются у меня вроде. Чао. Так, электрокартечью, электрочетверочку. Вот этой. Мне тут хп не надо сливать. Сдохни. Потом с аптечками тугованта. Так, одну завязаем. Камера тут. Здорово!
Как жизнь? Ну, блин, давай вот это по прямой иди. Так, замедлим, еще раз замедлим. Вниз теперь погнали. Все готово. Оп! Камера отслеживает. Опаньки. А, ушлепок-то. Еще кто-то. Еще один лежит. Да, ребята. Не фарт у вас сегодня. Так. Вот это берем. Так, ладно. Ух ты, нифига, как прыгал высоко. Здесь автоматик заберем, давай-ка. Трончики нужны. Достали эти плазмиды, что это такое? Телекинез. Не нужно. Стрелки исследованы. Да не гони. Лживый кусок, как и, блин. Исполняет он все заповеди. Нет, ты узнаешь, что я тут. Да насрать мне, что ты тут. Ты тут сдохнешь, это я тебе точно говорю. Так, пневмотруба. Это что такое? Цикло, ловушка. Да ёлки. Так и батя тут стоять, ублюдки. Пошли вон, блин. 50 секунд, вы что, издеваетесь, что ли? Это так долго на самом деле. 50, мать его, секунд. Так, надо пробежать пока. Что, они исчезают, а? Давай, давай. Свинья тупая. Так, ладно, свиноматка душная. Сейчас я тебе устрою. Раком тебя поставим сейчас. Чмошник, блин, бегает из-под тишка, раздает, блин. Грязная поросячья морда, блин. Пятачина гребаная. Ну все, хрякус. Хана тебе. Сдохни. Сдохни, сдохни, сдохни. Так. Давай, автомат. Че, ситуация поменялась, да? Как тебе такое, ублюдок? А? Нормально? Соснул за обе щеки. Говнарь, блин. Драный. Ладно, одевай, доноси. Ладно ей. Ладно ей. Так. Надеюсь, тут аптечки есть. Хорошо. Так, взлом. По максимуму. Так. Да, да, обязательно. Я еще не все скупил. Так, все, нам куда? А нам наверх. Трансформация называется. Блин.
Так. И пробегаю. Обану. Там пулемет. Варина, блин. О, кстати, нужная хрень. В нужный момент. Так, это камеру надо взломать. Это неплохо для всего. Так, вниз. Горизонталочка. Все. Напивайтесь, ребятки. Вот эту карточку. Там сбивается, понял. Ну попробовать стоило. Где она? Кашляет или ноет? Плазмида защитной системы. Образец 255. Доктор Сушонг. Клиент Ryan Industries. Крайне неудачный день. Никак не могу добиться импринтинга больших папочек на маленьких отродьях. Защитная связь не желает создаваться. Окей. Все? Теперь ты получил свободу. Наркотики Сушонга над тобой больше не властны. Наконец-то. Бери бытисферу и отправляйся на пик Прометей. Пора покончить, да, с этим делом. Хорошо, пока покончить. Нагибайте этого ублюдка. Так, ребята. Еще дальше можно проломиться. Шмонаем пока здесь. Зажигательный болт. Так, где восьмерка? Семерка. Болты ловушки, зажигательные. Давайте. И все, что ли? Вот это ты лохозавр. Так, зажигательный болт. Выпьем хрень эту. Один возьмем. Тут тоже что ли? Да что, нифига тут болтов-то. Это болт. Чучело. Чу. Исцелите свои раны с помощью, да, с помощью медэксперт 3. Вот это хорошо. 2, 3. А, давай. Чего тут? Кишки одни, баллончик. Так, болты забираем. Нет. Так, ладно. Еще дальше можем пройти куда-то. Али, это выше, 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 выше. Полетели. Так. А откуда ты тут взялся, Чувак, блин. Тебя ж тут не было. Чувачелла, чувачелла. А вот сюда такой. Ну и вот этот можно тоже. Ускорение, замедление, ускорение, замедление. Все. Что делаешь-то, мать твою? Так, поднимемся еще выше, потом вернемся за болтами. Там дофига этих мудаков бегает. Ага, пушка там стоит. Да нафиг, прикончу ее. Ибо...
Ибо пофиг, наверное. Так, туда никак. Ну, все, что ли? Отдохни лучше, а? Что, блин? Непокорная. Непометная турель. Так. Я ее черт! Умри. Умри, умри. Так. Это не взять. О. Целая фотостудия. Блин, о, помойки, только помойки можно лутать, блин. Так, очко. Ну все. Да, попробуем взломать. Ненавижу я, конечно, вот этот, вот этот момент именно. Так. Но сегодня мне повезло. Все резко открыло. Так, сюда. И вот так, все. Так, мины не взять. Потому что я их накупил целую гору, блин. Так, все, ладно. А на этом закончим. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и счастливо. А ты заткнись и не ори там, понял?